Славянский район стал участником краевой патриотической акции «Эстафета памяти». Стартовала акция в феврале этого года в Новороссийске во время памятных мероприятий «Бескозырка». Несколько месяцев участники юноармейского движения передают лампаду с горящей свечой от одного района к другому. В парке «40 лет Победы» на торжественном митинге славянцы передали свечу памяти Темрюкскому району, получив ее ранее от наших соседей Красноармейского района. Кругом, шагом. Марш! Сегодня как Красноармейский, так и Славянский, Темрюцкий район. Это районы, где проходили жесточайшие бои в годы Великой Отечественной войны. И в 43-м году, как было уже сказано, мы сейчас отмечаем 81-ю годовщину освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Какие тяжелейшие здесь проходили бои, особенно на Тамани. Полное освобождение Кавказа закончилось в сентябре 43-го года. Мы должны помнить и чтить память. Акция проводится уже не первый год. Ее цель – патриотическое воспитание молодежи на героическом прошлом своей страны. Последним эстафету памяти примет Краснодар. Акция завершится 22 июня в День памяти и скорби. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».